возможной жизни понесет тебе. Сегодня обокрали, завтра не запью. Знаю, так бывает, все вокруг поют, что счастье есть. Счастье есть, счастье есть, я верю. Надо только Song.
очередной раз убедился в том, что многие, они как старые собаки, все время пытаются бежать одними и теми же дорогами. Не устоял, зашел в это местечко. Ну, местные называют его бар, хотя, по сути, конечно, это просто два морских контейнера, соединенных воедино. Местечко еще то, ну как бы кафе. Несколько комплектов пластмассовой мебели. В общем, все есть. Но суть в том, что там собираются все, ну, местные районные авторитеты. Ну и пока говорили о том, о сём, все они говорят примерно одно и то же. Как изменился мир, столько воды утекло, ну, с того момента, когда ты уехал, говорят. Так взять даже, к примеру, женщина. Вот в былые времена, говорят они, это женщины сидели в тени и вязали. До тех пор, конечно, пока не беременели. Нет, сейчас тоже заходят, по две бывают, по три. Сидят, все. Что-то не то. Такие вот девчата, ну как объяснить. Такие, знаете, ну не серии. Я надену все лучшее сразу. Если у них место. О, да, да. Зарисовка тоже своего рода послание. Причем послание открытого типа. То есть открытка. Да, из серии «Пусть видят все». Она так и называется. Рождественская открытка от проститутки из Миннеаполиса. Всю эту дрянь. Я даже завязала с виски. Мой муж играет на тромбоне, джаз. Работает пока где-то на стройке, на грузовике. Говорит, что неплохо зарабатывает. Говорит, что любит меня, даже несмотря на то, что, ну, ребенок не от него, и что будет растить его, как своего собственного. Он даже подарил мне кольцо. Кольцо, которое всю жизнь носила его мать. Так, минуточку. А субботними вечерами он возит меня в приличные места, куда-нибудь поужинать в ресторан или там потанцевать в дискотеку, да, ну или в боулинг. Чарли, я часто думаю о тебе, буквально каждый раз, когда прохожу мимо заправки. Мне все не дает покоя мысль о том, как могло умещаться столько бензина, керосина, соляки, машинного масла у тебя на волосах. И у меня до сих пор осталось так осет. Помнишь, Антошка не уберял, и правда кто-то спер мой магнитофон. Как тебе это нравится?
сошла с ума после того, как Марио посадили, и я решила вернуться в свой городок, к своим, ну, чтобы остаться жить с ними. А так выяснилось, все, кого я когда-либо знала, либо померли, либо сидят по тюрьмам. Да, поэтому я снова в Миннеаполисе. Чем я думаю, я счастлива. Но особенно в первое время, после того, как все это случилось, я просто подумал, вот теперь бы мне все те деньги, которые мы угрохали тогда с тобой на наркотики. Я покупал бы себе, пусть и подержанные, разноцветные автомобили, и не продавая ни одного из них, казалось бы, просто каждый день на том, на котором захочется, черт возьми, в зависимости от моего настроения. Ушел в зал.
смешала тошноту с любовью. Жизни может быть, ну, как-то, ну, как у людей, торжественно или как-то там.
table, so cold, so sweet, so fair. Пиво, портвейн помутнел, и хлеб
оставшись на столе, уже зачерствел. Солнце уже встало, и гости разошлись. Приятная усталость, и мы снова одни. И то, что нам осталось, посмотри. Thank you.
мой солдат покрылся плесенью. Почерствелы капельку уменьшился. Жизнь когда-нибудь наладится. Yeah.
девочка, ведь это можно опять круглосуточно. И завтра ты свободна, практически посидим на скамеечке. Давай сегодня оторвемся по-питерски. Сказки сделав бы пустых бутылок смолка на балконе. Самый первый черно-белый порнофильм не на самом первом видео магнитофоне. Барыги снится мрачный суицид.